вот таких ворот, это ворота самые главные. Так это единственные ворота, которые остались здесь. И через ворота заходили гости. Пороховые ворота. Утром они открывались, вечером закрывались. Почему пороховые? Потому что в 16 веке, когда была война со шведами, здесь хранили порох. Запах пороха, да, здесь в стенах пропитался, во-первых. Во-вторых, все говорили между собой порохов, гости пороховых ворот. То есть это название осталось, сохранилось между людьми. А с левой стороны восседает король Карл IV, видите, да, на троне? А с правой стороны его сын Вацлав IV. Так вот, вот это здание, которое мы сейчас с вами еще видим, желтое здание, это муниципальный дом. Дом был построен в 1914 году на месте королевского дворца, который построил Вацлав IV, сын Карла IV. Он не обладал таким талантом, как его отец. И почему он строит здесь дворец? Да дело в том, что он любил выпить. И все самые лучшие трактирчики находились именно здесь, на территории старого города. Чтобы ему далеко не ездить в прошлые грады, это надо через реку. Он строит здесь вот этот вот дворец. Раньше был, вот сейчас уже мы так не увидим. Вот такой был король. Говорят, что в семье не без уродов. Вот вас уже. Здесь появился в 1914 году, уже 102 года. Этот красивый дом здесь стоит в стиле сецессии. Он выполнен. Сецессия – это стиль модерн. Когда брали все самое лучшее, все самое красивое. Очень много здесь орнаментов на растительную тему. Очень много женщин здесь изображено. Это тело открыто. Это да? Те. А вы были тут, да? Нет, мы сейчас здесь не были. Здесь мы сейчас сами не были. О, обратите внимание, очень красивая мозаика на фронтоне дома. Опять же, в центре выседает красавица Прага. Да, такая аллегория. А с правой стороны обнаженная женщина – это река Вултава, которая протекает по всей по всему городу, да, по всей Праге. С левой стороны Вацлав на коне, видите, на белом. А внизу, чуть пониже, это праотец Пшемысл, пахарь и его супруга княжна Людмила. Ну давайте вовнутрь. Вовнутрь внутри находится два конца мульта. Один зал выдвижен, и там его важно с правой стороны, на фотографии. Очень-очень красивый зал. Селер. Надо еще приехать.